지금 일단 보내. Сегодня, завтра Merry Christmas. И нас пораньше отпустили. На несколько часов. Вообще крутяк. Короче, у меня тут... Тут много коробок выбрасывает. Приезжают люди, забирают их, продают. Ну, сдают макулатуру. Я решил тоже попробовать. Сейчас коробки, которые остались. Машину заброшу и посмотрим, сколько мне денег за это надо. Дорогу кофе взял. Булочку. Сейчас в багажнике расчищу место. От коробки. Merry Christmas. А. Чингай. Так. Жизнь тяжелая. Решил макулатуру попробовать сдать. Посмотрим, сколько баблоса на рублю. Так, загружу. Опа. Вот он. Скоро богатенький. My business, business. My little business. Я могу. Лучше пить. Аня, хрест. Что там? Merry Christmas. А мой друг, который мне помог на работу устроиться, жена его помогла. Мы до этого с ним не общались особо. Хорош. На карнивале новом фирменном ездит. Я на своем езжу, он на фирменном. Все. Так, я сейчас все сложить бы, больше влезло. Вот, все забрал. Обзор сделаем, все. Видно было. Окей. Оча. Ехать мне 50 километров до дома. Сейчас доеду, попробую сдать макулатуру. Посмотрим, сколько у нас баблосов будет. Сколько мы с вами заработали на сдаче макулатуры в Корее. Мне самому интересно. Индейскую музыку, индейцев, культуру индейцев люблю, поэтому слушаю иногда в машине, расслабляет и приближает мою душу к природе, то есть гармонизирует.
Здесь недалеко Северная Корея, поэтому колючая проволока вдоль реки пойдет. Скоро она кончится. Там блокпост еще один.아, 죄송한데 회사에서 조니 박스 가지고 왔는데 네? 여기 팔 수 있어요? 조니 박스 뭐? 조니 박스 박스 Блин, коробки-то тяжелые. А она много должна заплатить. Сейчас заплатит. Ого. Какой он палачок. Мани, ольмана моя, кыбака. А я хейсай, тё, чё? Говорит, много надо, говорит. Тогда много получишь. Сколько много? Блин, там мужик сейчас уехал, металлолом сдал. Что-то у него там много ему денег заплатят. Блин, тут бизнес целый, он. Тут возит. Что такое надо привозить? Тут они сика. А, это весы. Вот и весы, оказывается. Как кунгу. 14 кило. Вау.
О, камзамда. О, и чё, бегун. Офигеть. Блин, а это можно рамен купить, лапшу доширак. Класс. 30 килограмм. Интересно. Ugh.